Привет, Ютуб. Пора покушать. Макдональдс. Никуда не делся он. Куда он денется? Куда ему деваться из России? Новинки какие-то надыбали. Макчикен премьера, Макчикен острый. Но он не острый. Крылышки, наггетсы взяли. Какой-то, что ты взяла там попить? Коктейль. Коктейль. Ну, вот тебе ценник. Ну, в пределах 700 чем-то, да, там? Да. 700 рублей. Ну, и начнем с бургеров со всяких. Так, а вот это что у нас? Макчикен острый. Вот он, Макчикен острый. Сейчас мы его изучим с тобой. Вот это всем нравится. Звуки Макдональдс. Кошечки видно. Что, курица, котлетка, салат, капуста. И булочка. Как сделать острым в Макдональдсе, Макс знает, ибо он с собой привез халапешки. Хочешь кушать остро в Маке, халапешки ты бери с собою. Вот мы сейчас и сделаем с тобой остро. Так надо сначала так попробовать, как он острый. Насколько он острый. Не насколько, наверное, не острый. Сейчас попробуем. Всем, кто кушает полезного аппетита. Что-то он сухой какой-то совсем. Сейчас он укусит. Не острый. Острого вообще ничего. И он сухой какой-то совсем. Я его проглотить не могу. Не знаю, где там острота. Вообще ничего нету. Сейчас мы с тобой сделаем остро. Что, небольшой наливается? Вот теперь будет остро. Халапешки бери с собой. И сочно стало. А это вот Макчикен премьер. Давай ближе посмотрим его. Вот так выглядит. Тут что-то уже вывалилось из него. Бекон высыпался. Сейчас мы его обратно поместим. Вот так. Вот это весь бекон, который там был. Два кусочка. Помидорка, котлета, сыр. Капуста белокочанная. Ну, для новинки ничего особенного, что-то не вижу. Вкус копчености какой-то есть. Так, я укусил тоже. Вот так выглядит это. Макчикен премьер. Он дороже, чем острый почему-то. А острый вообще ничего острого нет у него в остром. Сейчас я скажу, что-то копченое там есть. Копченое сейчас чувствуется? Волосину нашла. Волосину нашли в бургере. Ну, вкуснее. Вкуснее, чем острый. Ой, блин, уронил. И острый, он сухой. Что у нас еще осталось попробовать? Крылья. Ну, крыльев много не брали, вот три взяли, чтобы не обжираться.
Ну, крылья, как всегда. А вкуснее, знаешь, как сделали? Вот так. Вот тогда вкусно. О, блин, какая острая. Вода острая. Ну, соусы потом мы откроем. У нас последнее осталось тут. Макнаггетсы. Макчикены. Вот такие штуки. Обычная штука. Попробуйте сразу, берите. Какие-то особенные, сливочные. Горячие. Сливочный вкус какой. Да. Обычные же. Их можно даже без соуса. Чикен Макнаггетс. Они какие-то особенные сегодня. Они такие нежные. И сливочные. Безумие. А что случилось? Не знаю. Вот они обычные. Обычные чикены, как раньше были. Но они сегодня восхитительные какие-то. Ну и попыты. У меня кола по феншую. Чпок вот так. Пол банки льда. Тут вот так, наверное, льда насыпано. Вот потрогай. Пошло, иди. Там под завязку, наверное. Всем, кто употребляет только под вес напитков. О, хорошая. А у вас что, Ольга? Коктейль. Ольга, коктейль какой-то. Дырка не протыкается. Цельная еще. Твой не протянешь. Тут спортивное лицо обладать надо, чтобы тянуть. Да там, наверное, ягода сверху. Там до безумия густая такая какая-то консистенция. Она вообще не тянется. Попробуй через трубку вытянуть. Вот так вот и попробуй попить. Спортивным лицом обладать не. Ну что, мы перекусим, доедим. Крылышки, макчикены и премьеры. Премьера якобы новинка. Ну и что? Резюмируем. Мак никуда не делся, никуда не денется. Я поговорил. Я спросил, вы куда-нибудь сваливать собираетесь? Он говорит, нет. С чего вы взяли? Куда мы можем исчезнуть? Так что пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Бургеры никуда не денутся, так что... Да мы с тобой умеем уже сами готовить вообще, как бы, так-то, если что. Ну так-то, если что, вообще. Береги себя, следите, здоровья всем. Мы перекусим, да, опять мы за покупками приехали, а поесть больше негде было, только здесь. Только тут нас кормят. В Дубай хотели зайти, там закрыто почему-то. Вот Дубай быстрее закрылся, чем Макдональд. Так что Макдак никуда не делся. Вот такие дела. Кола, бургеры. Жиреем, господа, дальше. Это мы набрали. Это еще не все купили. А, да. Я думал, меня не пустят с ним сюда, в Макдональдс. Я говорю, к вам с вениками можно заходить? Они сказали, ладно, можно. В виде исключения. Я говорю, а то тот веник прикупил.
Без веников жить не могу. Ну а я сказал вроде уже. Да. Пока не скучай, пока не скучай, не говорите, скоро мы к тебе в гости же, и береги себя, и следите, и здоровья всем. Мы продолжим трапезу. Ну, довершим и пойдем дальше покупки делать. Сегодня у Макса событие. Максу 1000 рублей добавили к зарплате. Теперь, ну, учитывая темпы инфляции, это пшик на фоне всего. Мы зашли, а что мы смотрели? Ну, перекусить 1000 где-то стоит. И тот, вот, видишь, это на минималках совсем прям. Три крыла, три этих. И это, ну, вот такие дела. Вот это вкусное, кстати, у тебя. Ее хрен протянешь. Пока. Увидимся где-нибудь еще.